Дорогие коллеги, с вами Смирнова Анна Анатольевна, вице-президент и председатель научного комитета РАРЧ, Российской ассоциации репродукции человека. Я рада приветствовать вас от лица оргкомитета конференции РАРЧ «Репродуктивные технологии в условиях эпидемии COVID-19. Новые вызовы и старые проблемы». Мы живем в очень сложное и уникальное время, когда самоизоляция и ограничения очень сильно повлияли на нашу привычную жизнь, на нашу работу и на жизнь наших пациентов. Поэтому Совет РАРЧ принял решение провести онлайн-конференцию и обсудить влияние коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье, обменяться опытом с коллегами из разных стран и выработать алгоритм проведения программ ВРТ в новых условиях. Конференция пройдет 27 и 28 мая. Первый день будет полностью посвящен коронавирусной инфекции и ее влиянию на фертильность мужчин и женщин, на течение беременности и на состояние здоровья будущего ребенка. Второй день заседания пройдут в параллельных сессиях, и мы обсудим наши обычные рутинные проблемы, такие как стимуляция яичников у сложных пациентов, эндометриоз, сохранение фертильности при онкологических заболеваниях, криоконсервация репродуктивного материала, подготовка к беременности, повышение эффективности программ ВРТ и профилактика осложнений. Я приглашаю вас принять участие в работе конференции и задать вопросы докладчикам, среди которых эксперты мирового уровня из Великобритании, США, Испании, Италии, Израиля, Бельгии, Бразилии, в общем, со всех стран мира. Вы также сможете пообщаться со своими коллегами в чате и все это сделать, не выходя из дома. Преимущество онлайн-конференции в том, что можно смотреть сессии параллельно, не меняя аудиторию, а я даже советую вам подключиться сразу на двух устройствах и смотреть заседание одновременно. Уверена, что новая информация будет полезна, и вы сможете применить ее в своей каждодневной практике. До встречи на онлайн-конференции РАРЧ!